Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать красивые весенние бантики для волос. Итак, начнем! Из репсовой ленты при помощи шаблона сделаем нижний бант. Обработаем край ленты зажигалкой и закрепим его на шаблоне. Также можно зафиксировать его при помощи заколки. Далее наматываем ленту так, чтобы она была немного внахлёст. Обрезаем лишний край ленты и обрабатываем зажигалкой. Прошиваем нашу заготовку по центру, снимаем ее с шаблона и стягиваем нить. Далее закрепляем наш бантик. Из отрезка атласной ленты сделаем простой бант. Складываем отрезок пополам и сводим края к центру. Далее прошиваем нитью нашу заготовку. Нам нужно сделать две таких заготовки, а также маленькую из отрезка ленты в 12 см. Из узкой ленты сделаем петельку и склеим края зажигалкой. Собираем все детали банта. Поочередно на нижний бант приклеиваем наши заготовки. Нужно приклеить их так, чтобы края двух заготовок находились на одной диагонали. В центр вклеиваем маленькую заготовку и украшаем ее петельками из узкой ленты. Закрываем центр банта атласной лентой и приклеиваем резинку для волос. Приклеиваем красивую серединку, и наш бантик готов. Большое спасибо за просмотр! Заходите в мой интернет-магазин лент Handiwork. Там вы найдете материалы для ваших изделий. Ссылочка на магазин будет в описании. Увидимся с вами в следующем мастер-классе. Всем пока!